Всем привет! Наступил вечер. Такое уже время 20:00 на моих краснодарских часах. И обычно я в это время начинаю заниматься расслабляющими всякими штуками. Сейчас мои стопы погружены в такой ящик для массажа стоп. И там происходит вращение шариков, роликов, и мои стопы там перемалываются. Вот лежит у меня еще рядом массажер Назами, который уже у меня много лет. И сейчас я буду еще параллельно вибрировать по ногам, максимально расслабляться. То есть я к чему говорю, что эта процедура, в общем-то, вот у меня последние 4-5 лет, она, ну, хронически постоянно. То есть если только уж слишком себя хорошо не чувствую, или там наоборот так устал, что спать охота и не до массажа. А так вот с 8 до 9 вечера у меня часовой массаж. Работаю всякими способами. Могу прокатывать на массажном роле, могу просто делать такой пассивный массаж. И по-другому никак. Вот если вы в зрелом возрасте, если у вас еще большая масса, если большая масса, особенно людям, у которых большая масса, то вы к вечеру просто утомлены. Утомлены, я-то ладно, я тренируюсь, понятно, откуда у меня утомление там, да? Со штангой поприседал, понаклонялся, пожал что-то, поподтягивался. Плюс еще со своими там, со своей группой позанимался целый час со своим телом. Конечно, все это утомляет. Вот. Плюс еще какие-то домашние истории, там сходить в магазин, какие-то документы где-то взять. Не думайте, что вот вы поспите и у вас все станет хорошо. Нет, заботьтесь о себе, потому что вот именно почему происходит коксартроз, это потому что вы забиваете на себя, думаете, ну да, ноги сейчас свинцовые, тяжелые, сейчас я ночь просплю, с утра встану. Да, с утра будет немножко легче, но вы не сняли усталость, вы пренебрегли, вы посчитали, что ну нет такой необходимости в этом, ну я еще не умираю, я еще живу. Постепенно ноги будут ходить все хуже, медленнее, шаг будет все меньше, поэтому займитесь сейчас вплотную. А если у вас есть какие-то еще и боли хронические в суставах, то это просто необходимо. Вы должны как закон для себя взять, вот с 20:00, ну вот у меня удобно с 20 до 21:00, вот, поработать, именно промассировать, где-то немножечко потянуть, пассивно полежать, порастягивать ноги там, раскинуть колени в стороны, потянуть коленочки себе очень мягко, пластично, и получить от этого удовольствие. Тогда и сон будет лучше, вы спать будете лучше. Особенно если вы стопы промассируете, вообще сон будет замечательный. Ну и все, чтобы не путаться, не искать какие-то алгоритмы, записывайтесь ко мне в группу, ссылочку я оставлю внизу. Под этим видео в комментариях вы увидите ссылку, и будет написано «писать мне лично». Кому приятно лицезреть меня, пожалуйста, кто хочет под моим руководством потренироваться, пожалуйста, пишите. Кому нет, то, конечно, насильно мил не будешь. Всем спокойной ночи и живем без боли.